Добрый день, дамы и господа. Сегодня на рассмотрении совершенно не мужская посылка. Сегодня в этой посылке находится... Кстати, извините за внешний вид моего пальца. Травма. Кто не помнит, посмотрите предыдущие видео. К сожалению, была травма небольшая за счет этого ножа. Поэтому, друзья мои, очень аккуратно нужно быть с этими ножами. Очень аккуратно и стараться ни в коем случае этими ножами вот так вот, как я, не пользоваться. Потому что вот взял, поранил и хожу с напалечником. Итак, друзья, сегодня в этой посылке женский купальник большого размера. Закрытый купальник. Итак, смотрим, что у нас здесь. Больше продавец нам ничего не положил. Итак, смотрим, что же у нас за комплектация. Во-первых, замечательная сумочка. Сумочка с надписью Шуи Хианзи. Ну, всем понятно, что это такое, конечно же. Итак, здесь у нас лейбл, на котором написано 54 размер, мы видим, штрих-код мы видим, опять же, какие-то тут всякая хренотень, иероглифы. А вот, цвет у нас синий, сзади совершенно непрозрачный розовый такой, ну, подтверждающий все-таки, что это именно женская тема. Кто не видит, это розовый, ну, просто я не знаю, как отражается у нас на экране. То есть я то, что я вижу, ну вот, в принципе, сейчас видно, что это розовый с обратной стороны. Итак, здесь у нас молния белого цвета. Первый раз я беру себе вот такую вот штуку, но это интересно. Значит, здесь вот такой вот пакетик. Кстати, сердечки. Ну, то есть все подтверждает, что это женская тема. Вот такая вот интересная у нас Хианзи, китайская девочка. Ну, здорово, ребят, здорово. Здесь у нас тоже какие-то, ну, все красиво, все как в хорошем магазине. Что мы смотрим здесь? Ну, для меня самое важное посмотреть швы, то есть перед тем, как заказывать. Естественно, этот купальник не мне, а моей маме. И она сама у меня швея, и она очень... Попробую убрать свой палец. Она сама выбирала. Я говорил, на какие нюансы, на какие моменты нужно смотреть в момент покупки, заказа этих товаров. Поэтому она, как швея, сделала свой выбор, посмотрела отзывы других женщин по этому поводу. Посмотрела, естественно, и фотографии, и цвет, можно ли доверять продавцу и все такое. Ну и... Я, естественно, все проверил, подтвердил, и все хорошо. Значит, что у нас мы видим? Здесь мы видим резиночки. Все это, естественно, резиночки. Значит, как вы видите уже, да, пока я тут говорил, я просматривал швы, и швы действительно очень хорошие. Насколько я понимаю, это практически заводское шитье. То есть я не вижу никаких вот, ну, рукожопных таких моментов. Это очень, ну, достойное шитье. Здесь, естественно, эти, ну, женские штуки. Ха. Цвет у нас вот такой. Значит, что у нас? Я вот нашел здесь небольшую ниточку. Ну, эта ниточка, естественно, она просто убирается. И смотрим в районе бедер, ног. Так, здесь у нас тоже все хорошо. Ну, собственно говоря, вот какая-то подкладка здесь. Вот такая она тоже, типа стрейчевая. И, кстати, эта подкладка, она идет полностью на протяжении всего купальника. То есть весь купальник замещен вот такой штукой. И вот так вот это вот выглядит. Вот такие вот у нас, наверное, они достаются. Да. Господи, как же оно называется? В общем, чашечки, да. Вот эти чашечки, они вот такого плана. Ну, на мой взгляд, все хорошо. Я не специалист. Вот здесь я что-то такое нашел. Видите, один бок я все-таки нашел. Вот находится вот здесь. Вот здесь. Вот, вот этот стык именно шитья. И он сделан, ну, я думаю, не сильно. Это, значит, по цене, насколько я помню, это стоит в районе 1000 рублей. Там чуть меньше, по-моему. Вот. Естественно, в России он стоит дороже.
Гораздо дороже, да, и в этом месте вы тоже видите, но сделано качественно и, на мой взгляд, сделано очень хорошо, поэтому, ну, я тут уже ничего не могу говорить, ничего не могу обсуждать этот момент, ну, я просто примерять на себя точно не буду. Итак, всем спасибо за просмотр, кто посмотрел до конца, всем приятного дня и до свидания. Подписывайтесь на канал, не забывайте.